Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Dawn Star Hero in the Dark. Глобальная модификация по-прежнему. И у нас очередной заход в подземелье гоблинов. В прошлый раз мы там все порушили. Порушили их дома, надо собрать все эти ресурсы и надо исследовать. Потому что мы нашли ключи. Вот такие вот. Они явно от чего-то. И это что-то надо открыть. В принципе, все, думаю, логично и просто. Ну, как звучит это все логично и просто. Как это получится, это, конечно, вопрос. И давайте сразу каску, потому что там темно довольно. И вперед. Сейчас сразу обежим, соберем ресурсики. И потом будем углубляться в эти пещеры. Правда, загрузки какие-то очень долгие здесь. Вот это немножечко не очень круто. Ну ладно. В принципе, ж не смертельно. Но игра конкретно так задумалась. Что же ей делать? Окей, загрузили. Хорошо. Так, ладно, мы можем взять оружие даже в руки. Ну и давайте смотреть, что у нас тут. Тут пообгадились гоблины местные. Это, кстати, на золото можно выменить. Давайте, пока у нас место в инвентаре какое-никакое есть. Возьмем, там посмотрим. Если что, может быть, и выкинем даже. Так, ресурсы. Погнали. Доски, трава, все в этом духе. Так, еще и камни. О! Так, какой-то там чего-то фрагмент, окей. Ну, это походу с неба с этого свалился. Давайте, знаете, как вообще поступим? Подойдем, где у нас выход? Выход у нас здесь. Здесь мы зонтик скинем. За ненадобностью. Так, а ты откуда? Так, откуда вы-то, ребята? Так, я что-то мне все зачистил. Что-то мне начинает подсказывать, что да. Смотрите-ка, сколько их. В честь чего? По-моему, там один дом живой. Ну, как дом живой. Недобитый. Да-да-да, убить вас. Так, ладно, придется бить без всяких приукрас. Я хотел по-научному, но не задалось. Ладно, фиг. Так. Нет. Всякой гадости с вас. Это плохо. Давайте на всякий случай. Сейчас, если еще раз нарвемся, прочитаем вот эту штуку. Она, в принципе, крафтится-то не особо сложно. Это, я думаю, можно как-то сделать. И побежали сюда. Что это тут такое у нас происходит? Откуда они бегут? Или они тупо в этом подземелье спавнятся, когда захотят? А, ага. Я домик пропустил. Все понятно. Окей, забираем. Вот эти все ресурсы. Так, досок второй стак пошел. Наверное, придется что-то все-таки выкидывать. Так, нет, мне вот эту фигню не надо. Спасибо, а, выкинь. Да, и доски сюда. Кстати, надо зарядить. Кстати, зарядов-то может и не хватить. Может быть так. Ч
Что-то в этом плане у меня не особо все продумано. Ладно. Пока что есть, то есть. Ты нифига там хорошего. Ну, хорошо, что нифига и плохого в этих вазах. Так. Тут вроде все. Так, ладно. Пауков не надо призывать. Ну бы их. И у меня уже тут все забито. Отлично. Ладно, посмотрим, как дело пойдет. Может быть, больше и не пригодится. А может и пригодится. Давайте смотреть. Ладно, это все тоже соберем. Кроме этой фигни. И вот здесь дорога. А тем временем там идет смена дня до ночи. И что здесь у нас за ограда такая? В прошлый раз я, спасаясь от гоблина, тут круги нарезал. И особо-то времени разглядеть не было, что же там. О, ничего не сработало. Ну, чувствую я подвох. Вот чувствую. Давайте подсветим. Как-нибудь. Да чтоб тебя. Но вот тут же есть место. Давай. Так, я весь в броне, ребята. Так. Так, открыли. Хорошо. Ага. Ага. Какие-то крутые штуки. Это я не могу, конечно, зачем. А, давайте пока это мы отложим. Золото нам тоже не так, чтобы нужно. Это мы тоже сюда отложим. Так, вином. Это отравленные какие-то даггеры. Хорошо. Что тут у нас еще такое? Топор вообще не горит. Давай сюда. Ок, продолжаем тогда наш путь. Я думал, все-таки какая-то ловушка будет. Но я, в принципе, не жалуюсь. Нет ловушки, нет. Фиг с вами. Эй, эй. Тут что у нас? Тут у нас тоже что-то лежит. Так, пополним. И давайте ключик используем сюда. Что тут? Ага. Да ладно, пустой. Супер. Потратил ключ на то, чтобы ничего не открыть. Это, конечно, радует. Пипец как. Окей, смотрим, что тут. Доспех огненный. Ага. Где-то тут. Читам, 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 читам. Все, познал, Дзен, где вы? Вот ты. Как-то так. Ты типа вот этот доспех охранял, что ли? Какой-то ты вялый охранник. Ладно, а тут что у нас? Тут какие-то клетки с мемрами, смотрите. Интересно. С мемрами, как их ни назовите, в общем. Так, это я... Это я могу хаммером ломать. Ладно, мы тогда эти ресурсы тоже пособираем. Да иди ты лесом. В принципе, рыбка сойдет. Лягушачьи лапки сойдут. Чего бы и нет. Так, да что ты? Что ты? Что ты? Что тебе надо? Неужто хаммер? Да, иди ты лесом. Так. О, я вот сквозь камни ударил. Какой я вообще могу даже так? О. Пока что забьем. Ну, сундук я открыть не могу, по всей видимости, у меня нету ключа. Ну, конечно. О чем речь?
А, я вот так могу убить. Иди сюда, дерзкий бро. Давай, давай, подеремся. Ох ты ж. Вот какой подлый. Подлый. Это еще не то слово. Так, отлично. Забираем эти все. Я думаю, эти ресурсы мне так или иначе пригодятся. И, кстати, можно выпить вот эту штуку, чтобы она мне потихоньку рассудок восполняла. Банка мне нафиг, к примеру, не нужна. А эти штуки сюда и кебабку скушать. И так получается, что нам скоро... А, нет, у меня еда-то есть. Скоро не придется выбираться. Иди сюда. Ух ты ж, тут кладбище. Интересно. Может, нежить воскреснуть, да, получается? Это тоже не супер. Ну вот мне скоро светить нечем будет. Это может быть проблемой. Отлично. А это вообще там спит. Так, ну, конечно, я его киркой своей разбудил. Ну, хаммером. Без разницы. И иди сюда. А что может быть хорошего на кладбище? Тоже вопрос. Так, ломай. И 19. Отлично. Так, рассудок мы подвосполнили. Что тоже лишним не будет. И тут кладбище. Вполне себе кладбище. Хм. Землетрясение. Ну, не землетрясение, а обвал какой-то, да? Правильно будет, наверное, сказать. И сюда только вламываться. Нет, вход есть. Все цивильно. Цивильненько на кладбище залезли. Тык. Могу я тебя сломать? Может быть, кирка? Так, кирка вроде зашла. Что мне не нужно особо? Давайте задумаемся. Пофиг. Золото мы и так найдем. Ну, я это открыть не могу, потому что у меня, угадайте, нет ключа, конечно же. Так, ладно, пофиг, тогда идем дальше исследовать. Все, что тут происходит. Так, ну тут я был, само собой. Синий кем-то зачем мне? В принципе, ладно, пусть будет. Может, зачем-то да пригодится. И тут, походу, не все так просто. Оп. Аккуратно. Ресурсы есть разные. Ага, опять эти гавры. Читаем быстренько защитную мантру. Где вы? Ага, тут. Думаете, вас эта деревуха спасет? Иди сюда. Так. Против пачки, конечно. О, о, мой доспех. Мой доспех в шатале. У меня теперь только не очень крутой доспех. А это проблема. А, это у нас, чтобы поспать. Конечно, прикольно, но... Давайте попробуем из них ключ выбить. Вот что, я думаю, стоит попытаться сделать... Ну, сейчас я буду получать, да, по 18 урона. Это уже совсем не круто. А вот и ключ. Так, иди сюда, родимый. Да, блин, я больше по мордасам наполучал. Так, восполнили жизни. Так, еще один бежит. Да чтоб вас. Тварючки маленькие, злые.
Да, оу-оу-оу, в простом доспехе вообще не вариант походу драться. Ладно, отхилимся, пофиг. Ключ добыли, можно уходить потихоньку. Что там этим ключом где-то могли открыть? О, кстати, там вверху какие-то ловушки. Давайте глянем, в честь чего. Оу, весело. А вот и хилпоинты. Супер. Так, это от голода, кстати. Еще от голода. Так, ладно, синяя фигня. Прощай. У нас от голода баночки. Оп, и поели. А это, санити, это у нас рассудок. Что нам не очень нужно из этого всего? А у нас вот, естественным образом, место освободилось. Ладно, нам надо... О, а ты чё? Какой-то самый дерзкий, что ли? Штурмовики, блин, юные. Так, я не успел прочитать, конечно же. Это проблема. Так, мне и выпить ничего не дают. Ненавижу. Ненавижу гадов. Так, завязните в паутине. Нет, нет, не вариант. Как мне от вас избавиться? Вы, по идее, за камни любите тупить. Мне немножечко надо как-то преимущество получить. Давайте, тупите, тупите. Вот так как-нибудь раз. Я тут пока похилюсь. О, нормально. Силушки богатырской наберусь. И нафиг уйду. Все ж по плану. Так, ключ, ключ, ключ. Оп. Что тут у нас? Фрост. А, так. Хил. Yellow Gem, окей. Фрост, Лессер. Ну иди сюда. Тему пока уроним. Немножко. Что я тут? Что тут лишнее? Какие-то гемы сплошь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Вот и лишнее. Ладно, попробуем таким топором. Так. Отлично. Подсветку. Бегите сюда. Ледяной урон по ним заходит. Отлично. Оу. Я более-менее держу урон. Так, вы где там? Так, пошли за мной. Чтоб я вас тут хоть убить мог нормально. Отлично. Пока у меня еще и аура работает. Шикарно. О, гоблин скин. Вот это, кстати, нужная штука. И у меня скоро кончится мой этот шлем шахтера. Это тоже может быть проблемой на самом деле. Что же выкинуть? А, давайте траву выкинем. Гоблину мне нужна эта фигня, на самом деле. Так, все на выход. Мы сюда еще, конечно же, наведаемся, но мне нужно крутым доспехом разжиться. У меня такой сворд есть, а дагер ядовитый, типа ножичек. Меч, по-моему, круче, ледяной, да? Ты ж ледяной? Да, ледяной меч, отлично. Меч из-за льда. В любом случае, не зря мы сюда зашли, всякой фигни насобирали. Банки прикольные, хилят и все такое. И у меня тогда такая задача, наконец-то вплотную заняться. О, ты ж, нежить. Так, одну нежить убил. Отлично, у меня еще по нежити повышенный урон, потому что я все-таки паладин. Но и так мы, в принципе, бы справились.
не особо сильные ребята, но они вот призываются, у них шанс появиться. Если вот так вот мы мясо монстров оставляем брошенным, то вот из него они могут, ну и также из разрытых могил, соответственно. Ну, сейчас наша задача вернуться на базу, все отсортировать как возможно. И где-то мне эти бревна жуткие надо найти. Вот прям пипец как нужно, причем 10 штук. Пойдем искать либо жуткие деревья, либо энтов как-то призвать, пытаться рубить там все налево-направо. Может где-то неходящие есть. В общем, надо этим заняться, потому что нужен алхимический стол, на нем всякие крутые банки можно делать. И все в таком духе. Ну и доспехи, соответственно. Доспехи одно из самого важного, что можно делать. Блин, тут всякие ягоды. Это бы мне не помешало. Ну, что поделать. Пока идем так. С чем есть. Я ничего особо-то выкинуть не могу. Мне еда вот эта нужна. От этого никуда не деться. А мне еще надо забрать... А, Честера не надо забирать. Я его возле короля свиней оставил. Поэтому пофиг. Но что-то из гоблин скин мы сможем, ну, шкуры этих гоблинов сделать. Там, по-моему, их 5 штук в крафте надо было. И я надеюсь, что мы сможем это сделать. Так, с рассудком вроде все более-менее нормально. Но у меня даже 3 баночки есть на рассудок. Это вообще круто. Ну, есть вот такой матный ледяной меч. В принципе, прикольно подземелиться, но мы его еще не все исследовали. У гоблинов они, конечно, поодиночке слабые, но у них сила в том, что они гады кучкуются и табором бегают до последнего. Минус, конечно, что они туповаты, мы тупо за стену забежали, и они все растерялись. Ну, я даже не знаю, что бы было, если бы они были умнее. Они вполне могли бы толпой задавить прям. Поэтому ладно, пусть хоть так. И почти что мы вернулись. Окей. Так. Банки сюда. Давайте банки тут по низу прямо сортируем. Все, что у нас есть. О, я же еще лежанку взял на какой-то фиг. Ладно. Дальше погнали. Гем. Такая фигня. Такая фигня. Мечи вот эти. Доспех сюда же. Гоблин скин мы сейчас в другое место выложим. Вот эту фигню. По идее, по фигням все, да? Где у нас шкура гоблинов? Так. Я сейчас продолбаю ее. А, вот она. Так. Вот гоблин скин. Окей, у нас их 5 штук. Это в каком-то рецепте да используется. Так, рыбка. Лягушачьи лапы. Такое-такое мясо. Сойдет. Ну и давайте посмотрим. Что-то, по-моему, выживание было связано с этим делом. Вот они. Так, какой-то Тини Скролл Кейс. Ага. Ага. Орк. А здесь гоблин. Хорошо. И 4 жопки свиных надо. Да не вопрос. Только бы найти их. Если они у меня должны быть. Есть, отлично. Так, почему до сих пор не активно? Так, где вас там сделать можно? Что-то я не понял. Давай еще раз. Юза. Так, нифига не здесь, а нет, здесь.
Все верно. Ты что же из этого сделать? Ну давай, вот этот. Так, скролл кейс. А. Это полезная штука. Это я могу сюда, допустим, свой свиток положить. Оп, если что надо, открыл. Прочитал. Прикольная книжечка, кстати, она место реально экономит. У меня, правда, пока один спелл, но, быть может, больше будет. Надо, кстати, еще один спелл сделать определенно. Ау, ночь короткая, прям промелькнула. Ну да ладно. Так, откуда я свиные эти взял? А, пусть отсюда. Надо разобраться с этим. Так, что ты схавал? Что-то он сожрал, гадина. Ну и ладно, на этом давайте, наверное, закончим. Я между сериями порядок наведу, а то у меня тут прям беспорядок во всех этих сундуках. Надо как-то все систематизировать. Ну и там дальше посмотрим, что нам надо алхимическую... алхимический стол ставить. Как-то с этим надо будет разбираться. В любом случае. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.